красный нос. Сейчас мы будем. Машина дверя кошла. Эх, что у нас тут? А? Что у нас тут? А? Минус 14, это значит минус 16. Ой, мурат. Так, сейчас мы капот откроем и сделаем так. Вот так. Берем носку, берем, выкидываем на улицу. Здесь у нас система подогревная установлена. Это соус от слива идет. И потом врезка. Сейчас будем греть тосол. Это подогреватель обычный. Ай, кошмар. Уходи, мороз. Нафиг. Не морозь меня. Моего коня. Так, вот кинаем. Пошла система. Система не пень. Сейчас будет греться. 1,5 киловатт где-то. Ага, пошел. Все, пошел. Я посмотрю. Через полчаса что будет. Ой. Что делать так? Ладно, пока перерыв. Вот она, эта система, которая там установлена. Ой, кошмар. Я уже установил. Очень хорошая. С Тюмени выписал. 3 штуки. Одна сгорела. А это у нас детектор правды. Проверим сейчас. Так, берем чайник. Смотрим. Так. Что она показывает? Я не знаю. Так, жена моя, ты не ждала меня, да? Нет. Ничего не понял. Ты здесь в Ранском? А? Все показывает. Он показывает, что ты не ждала. Да? Да. Он не горячий? Итак, где-то полчаса прошло. Сейчас глянем, что у нас тут с прогревом, с загревом. Берем эту систему и смотрим. Ох, ничего себе, уже 33 градуса. Ничего себе. Да, теплый. Очень даже хорошо. Очень даже хорошо. Очень даже хорошо. 10-6. А? Все, теперь спокойно запустится. Так, вот все, завелась с полоборота. А здесь у нас панелька 10 ватт. Постоянно аккумулятор, чтобы подзаряжался. Надо ее на эту, вот такую поставить, большую. Вот сюда налито. Здесь куда ехать. Так, все, на сегодня все.